просто поговорили без микрофона, мы разные, все как ты что. А, вы без микрофонов поговорили? Конечно. Мы все решили, все хорошо. Хочешь танцевать, пусть танцует. Мне это неинтересно. Я тебе нравлюсь, реально, я все классно, ты мной восхищен, что я мега мощь, что я мега талантлива, что я красива, что ему повезло, ты вчера лежишь, мне говоришь, что ты целуешь, мне говоришь, что мне тебе реально повезло, ты сегодня идешь туда и говоришь, что как тебе ко всему уйти. Я реально запуталась, я реально не понимаю, что происходит. Я спрашивал по поводу того, как красиво уйти после того, как вот это недопонимание. У нас не было недопонимания, мы просто потанцевали. Я буду делать все тогда, когда я захочу. Если я хочу танцевать, я тебе кивну, и мы будем танцевать. Я говорю, я тебя не знаю. Это повод расставаться. Он говорил, что я говорю, что как бы с там Сашкой, он говорит, да, нормально, но она бывает, типа, переигрывает. Я говорю, в смысле переигрывает? Она творческий человек, разносторонний, типа, это в ней внутри у нее такое. И он говорит, ты так вчера сыграла эту балерину. Я говорю, блин, я в театре работала. Я могу сыграть балерину, могу сыграть хоть кого. Ну, это тут, мы в жизни с тобой разговариваем, целуемся, друг друга с тобой наигрываем. Внимание, в нем это было несколько дней. Он молчал, все это себе копил. Потом сам себя накрутил, выводы сделал, вот и как это. И уходит. А он, знаешь, когда он в первый день, он не с первого дня же говорит, что ты не хочешь его остановить. Ну, это не повод расставаться, ну окей, там. Он каждый день мне говорит что, про сомнения какие-то, Надя. Каждый день. Невероятное событие случилось в вашей жизни. Тань, ты издеваешься, так понимаешь, что всю ночь вы не спали. Я спать хочу.